придется похитить скрипку нашей предыдущей скрипачки. Все, зрители пошли играть с вами. Ага. Я долго уговаривала Катю дать свою скрипку для номера. Катя сказала, Катя спросила, репетировали ли мы, я честно сказала, нет. Катя ответила, что вы экстремалки. Да, Катя сказала, что играть без репетиции и на чужой скрипке ни один нормальный человек не станет. Правда. Ты сказала, что... Так что сейчас будет проведен великий эксперимент. Вот. Я только заранее напомню Ване, которая немножечко уже в теме, вот. Ну и Олю тоже предупрежу, что надо будет очень-очень долго играть после того, как стих закончится. Все рыжее слетая осенние листья, все придолье осень заполнится сесть. Листья ластятся в лисами, лисьи столпились вместе с листьями, будто бы с ними слились. Ромалисья между странных предчувствий, предместий, предзамков. Все заметнее лисы, все листья летучи, листопады на песнях не видеть получше. Солнце в осеннем еще раз залится, в утреннем пролезь.
Я вас заранее всех приглашаю. Нам нужно будет пить чай с черешками и гладить лисичек. Вот 100 рублей. А песенки будут? Песенки, если там музыкант окажется в наличии. А если нет, то записи поставим. Так, а сейчас мы исполним еще несколько...